Наш суперзум лучше. ОППО ответила компания Huawei и показала свои снимки с 10-кратным зумом. Сегодня компания Huawei сначала заявила, что обвинения ее в адрес по поводу обмана являются некорректными, а затем опубликовала несколько фотографий, которые сделаны на камеру смартфона Huawei P30 Pro и демонстрируют возможности 10-кратного гибридного зума. В режиме максимального приближения изображение становится явно нечетким, но возможности смартфона все равно впечатляют. Компания ОППО, которая представит свой флагман с 10-кратным зумом ОППО Reno через пару недель после презентации Huawei P30 Pro, поспешила опубликовать свои демонстрационные фотографии, сделанные на камеру нового смартфона. Все снимки были сделаны на улице в дневное время суток, но при этом погода была пасмурной. Оценить возможности 10-кратного зума флагмана ОППО Reno вы можете сами по фотографиям в данной заметке. Смартфон ОППО Reno будет доступен в 4 цветах, а его анонс ожидается 10 апреля.